Привет всем, друзья! В этом видео вы узнаете, как сделать своими руками свечу длительного горения, которая будет гореть несколько дней. За основу самоделки взял стеклянный флакон от Одеколона. Крышку с него нужно снять. Также надо снять распылитель. Пассатижами клапан необходимо вырвать. Надо вырезать кольцо. Оно в дальнейшем понадобится. Флакон керосином нужно заправить. От хлопчатобумажной веревки чуть больше флакона нужно отрезать кусок. В небольшом количестве теплой воды нужно растворить 2 чайные ложки соли. Веревку необходимо в соляном растворе вымочить, это будет фитиль. В дальнейшем фитилю соль не даст быстро сгореть. Теперь веревку надо полностью высушить. Кольцо на горлышко флакона надеть. На сухую веревку нанизать 2 гайки, одну большего размера, другую меньшего. Гайки будут держать веревку и будут выполнять функцию отсекателя огня. Также они будут препятствовать нагреванию горлышка флакона. Пришло время фитиль установить во флакон. Для ускорения пропитки фитиля керосином деревянной шпажкой веревку нужно пропитать. Для долгого хранения или транспортировки крышкой флакон можно накрыть. При необходимости, когда понадобится свет, достаточно флакон открыть и фитиль поджечь. Если начнется копоть, это легко очень исправить. Нужно огонь задуть и фитиль немного убавить. Это хорошо сделать гвоздем или деревянной шпажкой. Теперь эта свеча коптить не будет и гореть будет несколько дней. А если в нее постоянно керосин подливать, то и несколько лет. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!